А не, бесполезно, будет все ужасно. Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Молимся. О оставлении согрешений, в обложении памяти преставшегося, Господу помолимся. Ныне поминаемом, убиенном Игоре, покоя, тишины, блаженной памяти Его, Господу помолимся. Господу помолимся. О плачущих и болезнующих, чающих Христово утешение, Господу помолимся. Усопшего раба Божия, ныне поминаемого убиенного Игоря, илое же проститесь ему всякому прегрешению, и ставшемуся упокоенному,
молимся о покоении души усопшего раба Божия, ныне поминаемого, убиенного Игоря. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должников наших. И не веди нас во искушение, избави нас от лукавого. Чистое и непорочное дело Бога без семени вашего, моли спасите души Его. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услышь о покоении души усопшего раба Божия, ныне поминаем огубиенного Игоря, и оеже проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якобы Господь Бог учинит души его. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Игорь Владимирович был поэт, а поэт в России больше, чем поэт. Он пророк. Он любил свое отечество, любил народ и в своих стихах так говорил: «Я свой народ люблю, люблю Россию и точно знаю, кто народу враг». Вот так. А как батюшка сегодня сказал, что прежде всего порой врагами по себе становимся мы сами. Сами мы становимся себе врагами, не понимая порой своего предназначения жизни на земле. Зачем мы пришли на эту землю и куда мы уйдем, когда Господь заберет нашу грешную душу. Вот об этом и пел нам Игорь Владимирович. Он пел о том, что природа мудра и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге. А вот когда мы с вами вспомним о Боге, сейчас все травы открыты, все, пожалуйста, иди, когда никто не запрещает. Продолжение его дела, дело борьбы за белую Россию, за русскую Россию, за истинное православие. Простор великих зорь, страна богатырей, какая злая хворь в душе болит твоей. Указами Кремля свистит бесовский бич, Батыева земля, духовный паралич, распроданный погост, бедой зажат в тиски, разодран, словно холст, на мертвые куски. А если все же пыль жар птица поймает Божий взгляд с креста, и мы сумеем вновь родиться, как запредельная мечта, тогда блеснет в просветах небо. Пойдем, как много лет назад, крушить направо и налево неохазарский каганат.
сон золотой владеет мною, когда от боли не до сна. Засадный полк летит стрелою сквозь поколенья, времена. Ветров каленый, русский слепок, забыли гнутые нули. Богостремительное небо над центробежностью земли. Я не спаля, а не господь, где-то, суе трудящий.